Крупная авария в Яранском районе. На 139-м километре федеральной трассы Вятка столкнулись «Лада Грант», «Рено» и «Скания». В результате происшествия водитель отечественной легковушки погиб. Превышение или неправильный выбор скорости является одним из самых основных нарушений правил дорожного движения со стороны автомобилистов, что зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Во избежание несчастных случаев на дороге сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям транспортных средств, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за транспортным средством.